Ребята, девчата, всем привет! У нас очередная посылка с AliExpress. Посылочка была заказана, соответственно, для моей дочери. Я не знаю, сколько у нее уже этих кроссовок, вы поняли, конечно, по названию. Но дочке хочется, я покупаю. Хотя эти кроссовки, друзья, я нашел и выбрал ей сам. Просто предложил, говорю, дочке понравились. Ой, папа, понравились. Ну и надо брать. Кроссовки недорогие, порядка 20, по-моему, долларов. А может и дешевле даже. Я точно не помню, друзья. По крайней мере, я ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Значит, ух ты, смотри, что я нашел. Ванила сачет какой-то. Я не знаю, что это такое. Это явно не силикагель, потому как... Хотя, может быть, и силикагель. Короче, друзья, кто знает, отпишите, что это за фигня. Или это какой-то ароматизатор для... Я не знаю. По крайней мере, покладем сюда, пускай лежит. Так, и смотрите, что нам прислал китаец в подарок. Шикарные носочки. Дочь будет вообще довольна. Это, друзья, подарок. Многие думают, что я... У меня много обзоров кроссовок. Думаю, что мне они присылают бесплатно для обзоров. Но, друзья, вы ошибаетесь. Это не так. Абсолютно не так. Все это дело куплено за свои кровные. Так, ну да ладно. Хватит мне тут жалиться. Так, видите, отверстие оно не добито, не пробито. Будем брак искать. Значит, вот такие кроссовки покупали. Ну, я не знаю, дочки, может быть, будут и маленькие. Ну, 40-й размеры заказывали, в принципе. Блин, с виду они какие-то вообще-то маленькие. Ну, друзья, не знаю, по крайней мере, померяем, посмотрим, что она скажет. Я обязательно вам покажу. Видите, есть такое вот, такие вставочки. То есть, все сделано на славу и замечательно. Так, давайте смотреть сразу, что у нас внутри. Вот так все беленько, красиво. Давайте смотреть, что у нас за стелечки. Ну, стельки, друзья, я бы не сказал, что хорошие. Стельки так, на троечку, будем говорить. Они, я знаю, быстро стаптываются и быстро, ну, как, изнашиваются. Видите, они по качеству не особо-то и хорошие. Но, какие есть, уже стельки можно прикупить, соответственно, и здесь. Так, что у нас там? Ну, прошито, я бы сказал, не очень, не ахти. Там, видите, торчащие нитки, все дела. Как-то все это дело не очень культурно сделано. Вот Бонна кроссовки мне нравятся больше. Как-то больше внимания они уделяют и внутреннему, так сказать. А здесь, видите, все у нас как-то некрасиво. Ну, в принципе, какие деньги, наверное, такие и кроссовки. По крайней мере, посмотрим, сколько они будут носиться. С виду... Смотрите сами, вот они лежали и терлись, видимо, а что-то зеленое. Здесь вот позеленело. Ну, это, конечно, отмоется, но все равно. Какой-то есть вот какой-то номер непонятный. Значит, клея наблюдаем. Вообще нету клея. Если у Бона они, допустим, присутствует клей, то здесь клея вообще нет. Тут вот какая-то мусоринка в уголочке приклеилась. Вот она снимается. Вообще ни капли лишнего клея. То есть здесь у нас вставки такие матерчатые. Нога на лето будет дышать. Вот все матерчатое. А здесь, ну, конечно, кожзам. Какая-то там пу-кожа, искусственная кожа. Эта лейба у нас, друзья, полностью резиновая. Пришито все замечательно, аккуратно и красиво. Ну, вот здесь в этом месте немножко строжка ушла. Как-то вот так. А так, вот они, как носочки. Я на руку одел, просто вот как носки одеваешь. Очень-очень удобные, как мне, по крайней мере, на руке. Вот, здесь все тоже по красоте. Значит, подошва у нас выглядит следующим образом. Такая хорошая цепкая, я скажу, подошва. Не твердая, подошва мягкая, удобная должна быть. Не люблю твердые подошвы. Хотя одни кроссовки покупал с твердой подошвой. Или там не кроссовки, кроссовки. И как одел, они просто были удобные. Так, заднички. Вот так все прошито-пришито. Я думаю, здесь я уже все показал. Давайте смотреть второй кроссовок. И будем примерочка и завершать этот видос. Посмотрим мы все-таки внутрь и во второй, как все это сделано. То есть стелечка у нас точно такая же, с точно таким, друзья, браком. Что за фигня? Стельки, я говорю, покупайте сразу новые. Это не стельки, это лишь бы что я... А, стой, я же хотел показать, как здесь.
О, здесь уже, друзья, немножко все покультурнее сделано. Немножко. Нет таких торчащих ниток. И все более-менее культурно. Что-то нам с этим кроссовком не повезло. Так. Я уже сказал, что кроссовочки как носочки. Очень мягко. Все себя чувствует. Значит, шнуровочку, по идее, мы должны просовывать вот сюда. И зашнуровать уже сверху. Вот так. Я уже не буду просовывать сейчас, потом просуну и доча померяет. Ну а так все в принципе тоже. Давайте наличие клея смотреть. Вообще нет клея. Ни капли, ни намека, ни подскока. Все шикарно. Вот делаю китайцам, блин, халявную, считай, рекламу. Так, давайте два вместе составим, посмотрим, как это все выглядит. Ну, в принципе, можно мириться. Но здесь шов ну, заметно правее, чем в левом. А так, в принципе, все можно мириться. Все отлично, все красиво. Оба кроссовка, я надеюсь, 40-го размера. Все отлично. Все, друзья, идем на примерочку и смотрим. Итак, друзья, вернулся я к вам ни с чем. Примерка не удалась, то есть эти кроссовочки оказались на размер, а то и может быть даже на 2 меньше размера, как мы заказывали, то есть меньше 40-го нашего размера. Поэтому кто будет покупать, они в принципе кроссовки классные, очень легкие и соответственно дышащие. Поэтому кто будет покупать, обращайте внимание на размер, а то даже и на 2 заказывайте больший. Хотя в магазине, по-моему, это был последний размер 40-й. Больше, по-моему, там не было. Ну, в принципе, для меня это не беда. У меня есть племянница. Если ей будут невелики, она их с удовольствием будет носить. Поэтому опять все хорошо. На этом, друзья, всем спасибо. Ссылочку на эти кроссовочки я оставлю в описании под видео. Всем пока, всем удачи, здоровья. До новых видео. А что это вы здесь делаете? А? Кино уже кончилось? Take a body's high.